Здравствуйте. Сегодня мы с вами купим костюм, спортивный костюм мужской Adidas на шопинг-молле. Но прежде чем приобрести его, давайте посмотрим, сколько стоит костюм Adidas оригинал. Ну, просто в интернет-магазин. То есть вот здесь вот у нас есть каталог. Я вижу, где тут Adidas в интернет-магазине. Вот каталог, видите? Нажимаю, и открывается нам список товаров. В принципе, во всех магазинах приблизительно одна и та же картина. И давайте посмотрим стоимость. Ну, допустим, вот небольшая стоимость. Есть 2990 куртка и 2990 штаны. Как видите, в сумме это составляет 6000 и плюс доставка. Что ж, а теперь я вам покажу, сколько будет стоить примерно такой же костюм. Ну, может быть, чуть-чуть другого цвета на шопинг-молле. Сегодня мы с вами купим вот такую куртку адидасовскую за $11. Видите, $11 лучший прайс, best прайс. Мы можем взять черную. И давайте выберем брюки под эту куртку за вот цену $30-35. Ну, там нам покажут точную цену. Вот, собственно, я вам показал сначала цены, которые есть в среднем в наших интернет-магазинах. А теперь вы увидите, как мы купим фактически там за 1200 весь костюм. И кроме того, я хотел бы вам показать, что я куплю сегодня еще и кроссовки. То есть мне хочется купить сегодня еще и кроссовки. Настоящие адидасовские кроссовки. Фирменные. Сейчас я вам переведу, что здесь написано. Вот. Стоит $70. Итак, я захожу на площадку Дубли, выбираю шопинг-молл. Теперь мне надо зайти, ввести свой логин и пароль, и можно приступать к покупкам. Итак, нас с вами интересуют, в общем-то, товары фирмы Adidas. Давайте здесь напишем Adidas. Вот сразу нам выдаются, значит, товары фирмы Adidas, заведомо брендовые товары, гарантия от производителя. И вот я выбираю вот именно ту куртку, которую вам показывал. То есть вот курточка, она продается в магазине GSP. Нажимаем показать и купить в EFBuy. Значит, я буду покупать все-таки черную, хоть я вам показал там это серенькую. Мне больше нравится все-таки черная, одноцветная. Значит, я выбираю размер. У меня размер большой. Колор черный. И корзину. Отлично. Так, и еще, сейчас пока закрываю, меня интересуют брюки. То есть, обратите внимание, $11 куртка. Раньше мы с вами смотрели почти 3000, здесь 330 рублей, ну, best price. В этом магазине иногда выдаются вот такие вот цены. И теперь я смотрю брюки. То есть, выбираю регулярные. Выбираю здесь размер средний, ну это мое, да, и нажимаю отправить в корзину. Итак, у нас с вами в корзине сейчас два наименования товара.
Но я вам еще хотел показать, что я возьму кроссовки. То есть я иду назад, и сейчас я приобрету кроссовки. То есть давайте посмотрим, найдем их. Они у меня находятся вот здесь вот на второй странице, я уже их нашел. Стоимость их 2059 рублей, что неимоверно выгодно. И, естественно, опять в этом же магазине. Итак, то же самое. Я смотрю размер, у меня 10 размер. То есть эти таблички я вам дам. На странице они находятся под видео. Да? И средняя стопа. Ну и цвет, вот вы видите. Итак, тоже добавляю. Все. Теперь я перехожу в корзину. У меня в корзине, как вы видите, полностью адидасовский костюм и кроссовки. $111. Ну, я знаю, что мне это обойдется всего в $150. Вспомните, там только один костюм 6000. Здесь с доставкой, я почему говорю 150, с доставкой будет стоить всего 4500. Нажимаю регистрация, чекаут. Значит, смотрите, вы будете регистрироваться вот здесь. У меня уже есть email адрес. Вот смотрите, вы нажмете вот сюда и внесете email адрес, повторите email адрес, пароль, повторите пароль и продолжите. Понимаете? А я уже сразу внесу свой email адрес и покажу вам, что делать дальше. Вот, и давайте зайдем. Вот, Вадим Комаров, все здесь есть, мои адреса, потому что я уже здесь беру, да? Здесь есть адрес доставки. Вот, а вы при регистрации все эти данные дадите. И я двигаюсь дальше. Итак, мне выставили $153. Ничего здесь, в общем-то, нет такого. Единственное, что я вам могу посоветовать, как вы видите, доставка будет стоить здесь $34, а вот за эту стоимость может доставить фирма 5 килограмм. То есть вот этот магазин 5 килограмм, так можно докупить сюда маечек, трусиков адидасовских там, ну, в общем, получить за эту доставку значительно больше выгоды. Оформляем, значит, оплату с помощью кредитной карты. Я здесь уже кредитную карту внес, вы тоже внесете. И оплатить. То есть я сейчас вот нажимаю на Place. Здесь все проверяю. Все проверяю. И могу нажать дальнейшее. И мне на этом спишут деньги. И я, значит, получу этот товар. Сразу на почту приходит письмо, то есть вот я его сейчас открою, вам покажу. Давайте переведем. То есть спасибо, заказ оформлен, номер заказа такой-то, здесь статус, адрес доставки, вот перечень того, что мы с вами заказали, сумма и так далее. После того, как вы нажмете на кнопку «Зарегистрироваться», которая находится под этим видео, вам откроется вот такая страница. Здесь нажимаете на слово «Регистр» и заполняете вот эту вот форму. Если женщина, то вы ставите кнопку «Female», если мужчина, то «Male». Здесь напишите какой-то логин, например, меня зовут Вадим, давайте Вадиму сделаем. Хотя лучше добавить цифры, иначе не пропустим. 8101. Когда логин совпадает с именем, это плохо.
Здесь пишем, но на латинице. Вадим Комаров. Выбираем страну, ну, тут Российская Федерация, и пишем e-mail. Один раз, потом его повторяем внизу. И выдумываем какой-то пароль. Именно с этим паролем вы будете заходить вот на шопинг в мол. То есть ваш логин — это будет ваша электронная почта и пароль. Так, и еще раз. Вот так. Часовой пояс не обязательно. Здесь ставьте, что вы согласны, и нажимайте регистр. То есть здесь написано, что к вам на почту отправлено письмо. Теперь вам надо лишь перейти на свою почту. Давайте посмотрим. Я захожу на почту. Вот уже сразу пришло письмо входящее. То есть я его открываю. И мне подтверждение регистрации. То есть вот здесь вот я нажимаю вот на эту ссылочку. И уже сейчас я имею право зайти по своему логину, который я, как вам сказал, это ваша почта. Так, 80. И пароль. Желаю удачных покупок. Я вам буду присылать интересные возможности с шопинг-молом. До свидания.